Всем привет! С вами ArxPlay и продолжаем прохождение метро 2033 Redux. С Рижской. Я тут челночу помаленьку туда-сюда покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Так, мы пока едем. Едем и слушаем. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. О! Все, готовимся к замесу. Я надеюсь, меня нормально слышно? Так, сейчас, секунду, сейчас мы глянем. А, надо было сразу поставить паузу и поздороваться, да. Да, звук, в принципе, нормальный. Я послушал, даже очень хорошо, да, то есть... Меня чуть потише слышно, нежели игру, но зато из-за того, что игру слышно громко, да, передается идеальная атмосфера. Просто идеально. Сейчас, секунду, сейчас у меня монитор настроится. И мы продолжим. Все, настроился. Let's go, let's go. Сейчас будет перестрел, как я понимаю. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Ай? Где я? О. То есть был какой-то глюк, да? Но они по-любому все живые. Просыпайтесь, братки. Что происходит, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнись, Борис! Так. Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах!
Очнитесь! Или вы все сдохли здесь! Так патронов же нету, вы о чем? Что? Что за бред? А где патроны-то брать? Я ничего не понял. Что происходит, а? Бред какой-то. Черт. А, у меня вот разные виды оружия сюда. Все, я понял. Все, все. Два вида оружия, да, у меня? Боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Вы все сдохнете! Пошел отсюда, мразь! Ну, давай, братюня! Как же это все долго! Я жму! Отстань от меня! Уйди, противник! Возьми мой дробовик! Какое же медленное оружие, вы забейте! Так оно стреляет сразу двумя? Я вообще не понимаю, как оно стреляет. Так, убил. Давайте похилимся? Нет, не будем хилиться. Жестко, конечно. На, мрать, на, пошла сюда псина. И заметьте, я очень долго перезаряжаюсь, очень долго. Помоги мне! Я помогаю тебе, братюня. На, на. На помощь, помоги мне! Да мне кажется, они все подыхают по сценарию, а не знаете, живой. Ага. То есть, видите, он может быстро стрелять два раза. Бери оружие, чмо! Help me! О, это сценарий, сценарий. Я не днище. Нет, атмосфера, конечно, уматная, реально, очень молодцы. Очень молодцы. Он жив! Быстрее сюда! Только не огнемет, прошу! Дайте ему шанс! Жги, выжигай! Сейчас мы ему строим. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Оу, oh, yeah. Мне это понравилось. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Да, правильно, водка делает храбрее. Let's go! Погружаемся в атмосферу дальше. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Где вода? Там ничего нету, там пустой стакан. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Тёмка, за тебя. Эй, патроны-то возьми, Артём. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и будете за Артёма. У нас на Колыме, за тебя, Артём. Это у него бесконечный стакан получается, как я понял, да? Циклично водка появляется. Спиртяжка, что надо. Ух. Да
Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах. Давай патроны мои, чмо. Короче, эй, вроде спасибо, как братан. Это девушка, да? Тебя, у меня сегодня я тоже праздник. Да, по идее. Это Артём нас спас. О, все я могу сменить пластинку, прикольно. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лезь. Можем играть на пианино? Мохнатый шмель, пушистый. Так. Вы грубые солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Так, нам сейчас нужно здесь все исследовать, да? Со всеми поговорить, с кем можно. О, дневник. Заметка, да я сейчас нашел, да, рижская. Что-то было. Какие-то странные тени, чьи-то голоса. Шепот, плащ неслышные. Плащ неслышные. Но до сих пор продолжающие звучать в моей голове. Есть метро-туннели, про которые ходят жуткие легенды. Но я ничего подобного прежде не слышал. И надеюсь, больше не услышу никогда. Нам не сказано повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Ну, зато я сам. Это типа я взял книжку и сам туда написал, как я понял, да? То, что я пережил. Здорово, братки. Из-за этих чертовых бандитов у нас станцию на 2 дня закрыли. Что мы теперь сидим, как в карантине? Да не говори вообще, уроды. Ну ты сегодня прям герой дня. Когда же мы выберемся из этой преисподней? Да скоро, братюня, скоро выберемся. Когда они блокаду-то снимут? Надеюсь, скоро. Смотри, как реалистично, вот. Бандиты, чудовище. Господи, да когда же мы выйдем? Да останет меня уже, дебил. Реально, реально, вы подходите к людям, да, очень реалистично. Все, приехали. Дальше поезд не пойдет. Просьба освободить вагоны. Какие-то сволочи перекрыли тоннель. А, так, ну все, нам только можно идти в одно место. Ну что ж, let's go. Нам нужно идти только вниз. Так мы обратно, наверное, вернулись в свое здание, да, как я понял. Или это рижское, это что-то другое. А оружейное есть? По-любому есть. О! Чё надо? Рот закрой, свой тварь. Ты тут это? Осторожно. О! Да, нам нужно, кстати, найти. А где у нас здесь оружейное? Нужно опять по знакам посмотреть. О! А мне патроны не выдают, нет? Выдают, что ли? Да, выдают, смотрите, прикольно. Да, из дробовика попал. На! Ну чё, кто со мной забьёт? Сёма занёт. Ты рот закройся, слышь? А чё на кону? Да хоть пол-литра. Ну смотри, забились. Не пол-литра, а пол-литра, правильно говорится. Во, о, наш чел. Налетай, разбирай. Так, у тебя тюнинг, да? Во, у меня теперь 3 вида оружия получается. Но мы его сейчас не увидим, да? Ну-ка, подожди, сейчас, секунду. Первый вид, это у меня револьвер обоссанный, бесполезный, автомат и дробовик. Дробовик, кстати, вообще офигенная вещь. Патронов вообще нету, да? То есть я бы продал. А где можно купить новое? Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Это бомбы, подумаешь. А купить новое оружие можно у кого? Меняйте только у сертифицированного менялы. Боеприпасы, надо тоже покупать? Ладно. Так, давайте мы сначала это продадим, это говно. Это у нас автомат. Не маши руками, дебил. Для тебя берёг. А, мы можем только купить, берёшь, блин, да? Давайте тогда сделаем апгрейд, например, этого автомата. Обмен. Не на что менять, да? Вот, давайте сделаем апгрейд дробовика. Тюнинг есть? А что он дает-то? А, повышает скучность боя таким. Ну прикольно. Ну давайте, и это тоже. А, глушитель мы можем поставить. Ага, здесь можем поставить глушитель. А здесь мы что можем сделать? Оптику поставим. Прицел будет хороший. Ну давайте поставим оптика. Вот это вот. Так, потом ствол, глушитель можем поставить и разное. Ну и давайте-ка оно поставим. Ну да, что нам деньги надо тратить куда-то.
А это мы сможем еще сделать тюнинг? Так, тюнинг. Ствол разное. Во. Отдача. И что у нас здесь еще есть? Глушак или повышенная скучность выстрелов? Давайте глушак сделаем. Все, истратили все бабло, пошлите отсюда. А, и патроны нужно купить. Патроны, точно. Продаем, покупаем. Мне нужны патроны на это оружие. А, вот он показывает, на какое оружие, да? Это у нас автомат. Давайте купим. Ну и это. Ну что ж, купил все, что можно было. Хотя, мне кажется, патронов у нас мало осталось. Вот он, мой дробовик такой стал. Вот, да, он с гушаком стал, отлично. Здесь всего лишь один патрон? А, все нормально. Ну все, смотрите, теперь у нас две пушки офигенные, дробовик. Ох! Все, идем дальше. Нам теперь нужно найти, куда нам идти. А куда мне нужно идти-то? Так, я что-то не могу достать заметки. Во, сюда вот, наверное, нужно. Крутяк, вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Господи Иисус. Эй, люди, я о. Рижская. У нас на ВДНХ ее жители всегда считали неудачниками, что ли. То у них свиньи какую-то хворь подхватят, то протечки обнаружат, то челноки их на проспекте Мира загуляют и всю выручку пробьют. Хорошие люди и рижане. Не злые, гостеприимные, но непутёвые. Всегда мы их жалели, всегда над ними посмеивались, мы-то знаем, как надо. У нас-то на ВДНХ все правильно налажено. И вот я впервые завидую Рижской. У них тут мир и покой. Обычная жизнь. Они еще и не слышали о черных. Отец услышал, не поверил. Но если я ничего не смогу сделать, черные сметут эту станцию в одно мгновение. Кончится... Вот. Кончится это все. Улыбчивые, неуклюжие люди, мирная, нескладная жизнь. Будет кровь, будет пустота, надо спешить. Я скажу сухо. Запахло потой. О. Спасибо. Здоровья. Так, идем. Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Пойдем, братюня. Он такой маленький ребенок. Я могу его раздавить случайно. Смотри. Так, ну чё, куда? Говори, давай, тебе быстрее. Опять ФПС упал вонючий. Вон он сидит. Подойди-ка. Ну ладно, мне ты пора. Артём, да? Пока. Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. О, калаш, ништя. Помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Эй, стой! Все, взяли патроны, let's go. Пойдем сразу воевать. Давай, брать меня. Он сквозь меня прошел, давай быстрее, шевелись.
Не, калаш, конечно, уматно. Офигенное оружие, очень сильное оружие. Владимирский централ, ветер, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Давай помогу, чувак. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. А чё глупо? А смысл ему нас убивать? Какой вообще смысл? Ограбить? Да мы бомж, у нас там один патрон остался. Оружие самое бомжовское. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем. Так, теперь надо все вот это излучать, да? Противогазы все эти одевать. А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. А, хотя у него противогаза нету, все нормально. Ему надо, короче, идти комментатором работать. Прям все знает. Давай, комментируй. Как протирать противогаз? Ой, не противогаз, глаза. Нет! А, нет, подожди. Странный звук. Говно прицел. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? А я туда мог пойти, нет? Наверное, мне надо идти за ним. Что по-любому будет замес, это, я думаю, очевидно. Что, мутанты будут? Надо оружие выбрать. Я хочу калаш и снайперскую винтовку. Никогда не стреляем первый, я уже говорил, это смысл игры. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, теперь будь настр... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работает. Смотри, не задень банки. А-а-а. То есть нельзя задевать банки, да? Тревога воет. Это важно. Еще раз говорю, выполняйте все, что вам говорят. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Ой, я ножик нашел. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Че это было? Че это было? А как меня попали? Один патрон, молодец. Эй, пошли отсюда, черти. Не понимаю, где кто. Прям в череп твой. Бегает их много. О, видали, да? Как он пробивает, хорошо. На тебе, чмо подзаборное. Офигеть, их здесь много. Я ничего не понимаю.
происходит? Офигеть, здесь их много, конечно. Нет, дробовик шикарный вообще. Кашиш попал. Эй, ты, дрянь тупая, сюда, иди на пролом. Ну чё, чувак, раскидали бомжей. Кстати, а почему... Это как... А, да патроны я взял. Почему я не вижу их свое ХП? Здесь вообще игре есть ХП? Так, подождите. Здесь можем какое-то оружие менять, да? У него то же самое, что у меня? Хотя нет. А, я, наверное, взял еще одно оружие. Ничего не понимаю. Это то же самое же оружие. Да, то же самое, просто я, наверное, еще одно взял. У меня был свободный слот. Не, дробовик вообще офигенно раскидал. Напишите в комментариях, хорошо, пожалуйста, как свое ХП смотреть? Как вообще заключается ХП? В чем заключается? Здесь же есть аптечки, правильно? Или просто как в играх, да, бывает? О! А еще такое? То же самое дробовик? Я не понимаю, короче, вообще в этом оружии, ничего, не могу понять разницу. Во, патрончики подобрал, нормалек. Все, не хочу, мне нужен только калаш, сидите в жопу. Так, раскидали бомжей. Я говорил, что будет замес, да, я почувствовал, но уже не думал, что такой будет замес большой. На тебе прям череба, прям кочерышку ему. Дробовик вообще шикарный. Так, ну там далеко. Больно, да? Ой. Так, нет, это оружие говно, нужно вот это взять. Череп. Ну они, да, они, видите, вы не убивайте их с первого выстрела. Ну, только в голову. Нужно все подобрать. Не понимаю, пока оружие какое валяется, хорошее или плохое, ну ладно. А, странно, зачем это сделали? Фонарик. Пойдем, братья. Что-то он молчит. Был комментатором, теперь что-то молчит. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. Да подожди, да я прочекаю местность. Тебе аптечки не нужны, а мне нужны. Это, насколько я помню, да, если мы в темноте... Блин, а... Там же в другом месте было это говно. Если мы в темноте, то нас враги не видят. Но нам нужно будет вырубить фонарик. О. Ага. Все, идем за ним. Никуда мы не стреляем. Ох. Нормально. Противогаз П. Окей, ладно. Он сам сказал, давай. Ну, давайте! Вылезайте, чмошники гребаные! Папа пришел! Так, два выстрела не помогло. А-ха-ха! Идите в жопу, твари, саны. Бьют, помогите! Зайдите в жопу, сколько же вас? А, подождите, блин. Я забыл, что здесь прицела нет. Не, их сложнее ее убивать. Ну сдохнешь ты уже, дура. Все патроны просрал. Ладно, поменяем оружие временно.
Чура тупая, видишь, там бьют. Он очень долго перезагружает, оружие перезаряжает. Прикиньте, полностью вся обойма на это говно. Офигеть. Офигеть, а. Да, тяжко, конечно, будут убивать. Ха-ха, патронов не хватит. О, может у вас есть что-нибудь? Это боевая дрезина Ганзы. Ищут братву. Так. Во, патроны нашли. И чё мы сидим? И? Всё, теперь всё ништяк, можно идти. О, видите, да, нужно было посидеть, не нужно было бежать, сломя голову. О, ништяк, патрончики нашел, отлично. Нас нападают негры. Отойди, чувак. Давай танкуй, пошла в жопу, мразь. Перезарядка. Перезарядка. Нормально, раскидали бомжей. Пойдем, братюня, пойдем. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Так. А, вот лестница, да. А если мы на нее поднимемся? Отстали от него, мудаки! Я сопровождаю бомжа этого. Патронов нету. Сколько я помню, да, эта игра славилась еще тем, что здесь очень тяжело с патронами. Здесь каждый патрон на вес золота. Так, я не могу туда идти. Я как я понял, да, еще я никуда не могу идти, кроме как за ним. Вот реально. А, ну вот этого можно подобрать. Килогаз. А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артём, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего, и двинем. О, патрончики, отлично, о! What the fuck? What the fuck? Я телепортировался во времени. Я так и знал, что я могу предсказывать будущее. Я так и знал, всю жизнь об этом знал. Так, давайте сейчас прочитаем. Давай, открывайся. Артём, у меня что-то сердце ноет. Стрелка, это место.
нарушаешь наш уговор. Ну давай, давай! Хорошая решеточка. Ай ты, милая моя красивая, я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Чё за бред, я ничего не понял. А, Буэдинера вперед. Бред, короче. То есть в этом видении я должен был идти вперед, как я понял. Ну, все понятно. Сейчас опять будут видения, да? Или что это такое? Или какое-то будущее? Давай, открывайся. Держи. У меня что-то сердце ноет. Стрёмное это место. Помнишь наш уговор? Миша назад отталкивает. Я, может, это неправильно делаю? Подожди. Давай. Хорошая решеточка. Ай ты, милая моя красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Давай, чувак, зайди. Я счастлив повиноваться, но продолжай пить, прошу тебя. Пой мне одному. Давай, я жму все кнопки, вперед-назад, давай. Чего мне глюкануло? Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Так, ну все. Мы сейчас видели красивый момент, да? Типа, что опять его заглючило, и нам помог. Там черный или кто-то инопланетянин. Мутант помог нам, как всегда. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока!